В центре «Вера» состоялся круглый стол, посвященный проекту партии «Единая Россия. Крепкая семья. Крепкая Россия». Его цель – объединить усилия различных структур в реализации социальных программ, а именно в защиту детства, материнства, семейных ценностей. В обсуждении приняли участие представители органов государственной и муниципальной властей, руководители учреждений здравоохранения, образования, культуры и общественных организаций. Соотношение к семье. Вот сегодня тема главного разговора. Естественно, со всех сторон. С точки зрения поддержки семей, да, с точки зрения выявления семей так называемой группы риска. Потому что одно из основных направлений этой программы, чтобы у нас не было детей без семьи, чтобы у детей были папа, мама, чтобы они воспитывались в хороших, нормальных условиях. То есть спектр разговора очень широкий. В настоящее время проект «Крепкая семья. Крепкая Россия» успешно реализуется в городском округе. Достаточно сказать, что в скором времени в Химках появится школа так называемого «восьмого вида» для детей с ограниченными возможностями.